Hare Krishna, dear Guru Maharaj. My obeisances. Hare Krishna Prabhu, my obeisances. All glories Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. What's topic today, Guru Maharaj? Which verse? Oh, I thought we'd read a verse from the prayers by Queen Kunti. First canto. Chapter 8, yeah. Text number text number 38. Читаем сегодня текст из главы молитвы царицы Кунти, первая глава, первая песня, восьмая глава, текст 39. 38? Да. 38? Ой, 38, простите. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, text number 38. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 8, молитвы царицы Кунти, текст 38. Kevayam nama rupabhyam yadubhi sahapandava bhavato darshanam yahi rishikhanam eveshitu. Kevayam nama rupabhyam yadubhi sahapandava bhavato darshanam yahi rishikhanam eveshitu. You can read the translation. Перевод. Если твой взгляд не будет обращен на нас, всей нашей деятельности и славе, а также самим пандавам и яду, тотчас же придет конец. Как славе тела приходит конец, когда его покидает живой дух. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кунти Деви хорошо понимала, что пандавы живут только благодаря Шри Кришне. Пандавы, несомненно, имели доброе имя и громкую славу. Их предводителем был великий царь Юдхиштхира, олицетворение нравственности. А ядовы были их могучими союзниками. Но как чувства тела бесполезны, если ими не руководит сознание, так и пандавы ничего не представляли из себя без покровительства Кришны. Пожалуйста, включите запись кто-нибудь, кто организатор. Никто не должен гордиться своим престижем, властью и славой, если его не ведет по жизни благосклонность Верховного Господа. Живые существа всегда зависят от кого-то. И в конечном итоге они зависят от самого Господа. Следовательно, углубляя свои материальные познания, мы можем изобрести всевозможные материальные способы защиты. Но без руководства Господа все эти ухищрения потерпят фиаско, какими бы надежными и эффективными они ни были. Еще раз текст. Если твой взгляд не будет обращен на нас, всей нашей деятельности и славе, а также самим пандавам и яду, тотчас же придет конец. Как славе тела приходит конец, когда его покидает живой дух. Шрила Прабхупада ки джай. Чатсурун милитаньена, тасмай шри гуруве намаха, ванча калпатарубьясча крипа синду ваевача, патитанам паванебьо вайшнавибьо намо намаха, джай шри Кришна чайтанья прабу нитьянанда, шри аджвайта гададха шри васади гор бхактавинда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Queen Kunti is offering her prayers to Lord Krishna in appreciation of all the wonderful activities which he had performed for the benefit of Kunti and her sons, the Pandavas.
В этом стихе царица Кунти возносит молитвы Господу Кришне, благодарность за все те чудесные деяния, которые он сделал на благо ее, Кунти Деви и Пандавов. Queen Kunti says, all of the fame which the Pandavas have acquired and the activities, the wonderful heroic activities which they had performed, Queen Kunti says that all of these things would not have been possible without the grace of Lord Krishna. И царица Кунти говорит о том, что вся слава, которая им принадлежала, и всю деятельность, которую они совершали, их и того, и другого не могло бы быть, если бы это не поддерживал, если бы этим не повелевал Господь Кришна. And Queen Kunti gives an example. She compares, she said, just like the name and fame of a body is finished as soon as the spirit soul leaves the body. И здесь царица Кунти приводит такое сравнение, что слава, имя и прочие заслуги человека теряют смысл, когда душа покидает тело. So long as the soul is in the body has life, it has consciousness, and we take great care to protect it and to keep it healthy. Пока душа находится в теле, пока в теле присутствует сознание, оно является ценным, и поэтому его необходимо хранить, поддерживать в здоровом состоянии. We see people who are very rich or in a very big position, very famous. They will have guards to protect them. Можно видеть, как люди очень богатые или кто занимает какое-то высокое положение в обществе, у них есть определенная служба охраны, которая защищает их тело. Even for Srila Prabhupada, there was always guards there to protect Srila Prabhupada. Даже у Шрилы Прабхупады шли какие-то рядом охраняющие, кто защищали Шрилу Прабхупаду. Yeah, we would call them bodyguards. That they're there to protect the body of a person. Такие люди так и называются телохранители. То есть это те люди, которые хранят тело. But when the soul leaves the body, just like at the time of death, then that body becomes useless. It has no value anymore. Но когда в момент смерти из тела уходит душа, то тело становится уже бесполезным, никакой ценности не представляющим. As long as the soul is in the body is very valuable. But as soon as the soul leaves the body, then the body becomes useless, has no value at all. До тех пор, пока душа в теле, то тело является очень ценным. Но когда душа покидает тело, то никакой ценности тело уже не имеет. When we see, for example, a woman may be very beautiful, and men may desire so much to embrace that body of the woman, but when the soul leaves the body, then nobody is attracted to the dead body. Например, женщина может быть очень красивой, и мужчины могут желать обнять ее, наслаждаться ей. Но та же женщина, когда из ее тела уходит душа, становится непривлекательна, никто не хочет уже иметь дело с мертвым телом. So we're very cautious to protect the body, try to keep the body and the soul together, because then it has value, the body has value. Тело имеет ценность в связи с душой. Anyway, Queen Kunti compares the body
the disappearance of the spirit from the body, she said, if she says to Krishna, if you don't look upon us, then we are also useless. We have no value anymore. И приводя это сравнение, царица Кунти обращает свою молитву к Господу, говоря, что если твой взгляд, Господь, не будет обращен на нас, то во всей нашей деятельности славе никакого смысла. Yeah, but because if without the grace of Lord Krishna, then it will be very difficult to maintain the exalted position of being leaders in their country and in their community. Потому как без милости Господа Кришны очень тяжело поддерживать возвышенное положение истинного чистого лидера общины или какой-то страны. So, this is the mood of the pure devotee. The pure devotees are completely dependent on Lord Krishna. Это настроение чистого преданного. Чистый преданный полностью зависит от Господа Кришны. We know that for a surrendered devotee, there are six items of surrender, and one of them is to understand that only Krishna can maintain us. And another one is to understand that only Krishna can protect us. Предание Верховного Господа Кришны имеет шесть признаков. И один из признаков – это понимание того, что только Господь Кришна поддержит нас или защитит нас. So, the devotee who surrendered themselves to Krishna, they completely depend on Krishna. But that doesn't mean they sit back and do nothing. It means they're very active for the service of Krishna. And they offer all the results of their work to Krishna. Но полное предание Кришне не означает, что теперь чистый преданный сидит и вообще ничего не делает, свесив ножки. Нет, он очень активен, и он очень много делает, но при этом с пониманием того, что это все принадлежит Кришне и посвящает все ему. Sometimes we think to be dependent on someone, we just let the other person take care of us and do everything, and we don't do anything ourselves. We just sit back and let them take care of us, let them feed us, let them provide house for our, a place to stay, and just look after our maintenance and pay all the expenses for us. Иногда быть зависимым от кого-то воспринимается другим как полная бездеятельность. То есть такой человек, видя, что о нем заботится, позволяет тому, кто заботится, делать все за него. То есть обеспечивать, кормить, подготавливать или обеспечивать место проживания, платить или расходы какие-то и так далее. So being dependent on Lord Krishna does not mean that the devotee does nothing and simply sits back and let Krishna do everything. But it means that the devotee wants to give service to Krishna. He feels indebted to Krishna, and he tries his best to repay Krishna by giving service. Excuse me, Guru Maharaj, by giving what? By giving service. Преданный же так не мыслит. Преданный очень активен, и он хочет делать для Кришны, он хочет совершать служение. У него есть настроение делать все для Кришны, он чувствует себя в долгу и хочет отдать этот долг, и лучший способ оплатить долг – это совершать служение для Кришны. The devotee should not think that he has done anything,
but rather he should think of himself as an instrument in the service of Krishna. И также преданный не мыслит, что он делает все, он совершает служение. Наоборот, он считает себя всего лишь инструментом в служении Кришне. Yeah, and this in, of course, this is told by Krishna in the Bhagavad Gita in the 11th chapter. Lord Krishna had shown the universal form to Arjuna and showed him how all the great generals are all going to die in the battle. Кришна сам сказал об этом в Бхагавад-гите в 11 главе, когда он демонстрировал вселенскую форму. Он сказал, что все эти генералы, все эти военачальники, они будут убиты, они уже убиты. So, Lord Krishna wanted to encourage Arjuna to do his duty. At the same time, he tells Arjuna that just be the instrument in my service. Everything is actually done by Krishna. We just have to be the instrument in his hands. Итак, показав вселенскую форму, Кришна хотел побудить, вдохновить Арджуну сражаться на поле битвы и в то же самое время сказать ему о том, что все, чтобы он стал всего лишь инструментом, поскольку все выполняется самим Кришной. Кришна всем управляет. Необходимо лишь быть инструментом в плане Кришны, в его служении. Just like there is Krishna and there is Krishna's energy. So the energy of Krishna is actually not really different from Krishna. Точно так же, как существует Кришна и существует энергия Кришны, но в то же самое время нельзя сказать, что энергия Кришны отличается от Кришны. Отделима от Кришны. The sun is the source of energy. The sunshine comes from the sun. So the sun is the source of the energy. The sunshine and the sun are not different. Так же, как солнце является источником солнечной энергии, солнечного света. Она исходит из солнца. Но это солнечная энергия. Но она исходит из солнца, поэтому в этом смысле они неотделимы. Неразличны. So we say there's the energy, and the source of the energy we say is the energetic. So Krishna is the energetic, and the energy is all the different living entities and all the things which happen in the material world. Итак, существует энергия Кришны, и существует Кришна, источник энергии. Поэтому его называют тем, из кого энергия исходит, источающая энергия. So the energy is doing the work, but it's not independent of the energetic. Благодаря материальной энергии существует и действует мир, но она действует не сама по себе, у нее есть источник. In the material world, we see the material world is made up of the different elements of creation: earth, water, fire, air, ether, and mind, and intelligence, and ego. Материальная энергия представлена в этом мире через материальные элементы, такие как вода, земля, огонь, воздух, эфир, и ум, разум и ложное эго. So the energies are not separate. They have to have a source. They have to come from somewhere. Just like the sunlight
comes from the sun. Но эта энергия, из которой состоят материальные элементы, у нее есть источник, она не возникла сама по себе. Так же, как солнечный свет имеет источником солнца. So, we compare this energy to like the electric energy, electrical energy. The electrical energy comes from the power station. Также мы приводим пример электрической энергии, у которой есть свой источник, это электростанция. So, the electrical energy comes from the power station, and in the power station, there are people there who are operating everything to produce the electricity, which is generated everywhere. У электроэнергии существует источник, это электростанция, на которой работают люди, специалисты, которые вовлечены в этот процесс, и благодаря им из всего процесса производится электрическая энергия. Из процесса на станции. So there's a person there behind the power station, and the same way there's energy in the universe. It has a source, it's coming from Krishna. Так же, как за появлением электрической энергии стоит какая-то личность, так же и за проявлением материальной энергии стоит личность, которая является источником этой энергии. So, but people think there's no person behind the universe. They think everything is just there by nature. Then they're foolish. They're stupid people. И те люди считаются недалекого разума, кто считает, что у материальной энергии нет источника, и она действует сама по себе. So it takes some intelligence to understand within the world there's some creator, there's some intelligent beings behind the world. За этим материальным миром стоят творцы, которые создали этот материальный мир. Just like you plug into the electric cable, you plug into the electricity supply, the electricity is coming from the power station. And in the power station, there are people who are producing the power. Если человек подключает электрический провод к розетке, то электрическая энергия начинает течь по проводам. И берется она с электростанции, на которой личность производит эту электроэнергию благодаря процессу. So everything in this material world is all moving under the direction of Lord Krishna. Итак, все в этом материальном мире проходит под непосредственным контролем Верховного Господа Кришны. Lord Krishna himself says that in the Bhagavad Gita. Господь Кришна сам говорит об этом в Бхагавад Гите. Lord Krishna says, Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina machani sarva mutani natam tisvapasitaha. Krishna is saying, by me, in my unmanifested form, everything is pervading. Господь Кришна говорит, «Майя татам идам сарвам джагатам якта муртина». Он говорит, что в этой вселенной, благодаря моей в этой своей непроявленной форме, я поддерживаю все. Я пронизываю все.
So, to think that we have to understand everything comes from somewhere. Behind everything, there's some controller. Nothing is just by chance. There's always some person, some intelligent people controlling everything. Поэтому в этом мире ничего не происходит по воле случая, все непосредственно контролируется. The material energy moves under the direction of Lord Krishna. In the Brahma Samhita, Lord Brahma describes how material nature moves like a shadow under the control of Govinda. В Брахма Самхите говорится, что материальная энергия всегда находится вместе с Кришной. Он является ее источником, подобно тому, как тень. So Queen Kunti says that she, Queen Kunti is saying that the Pandavas have become very famous and people say they're very important. But Kunti said this is only because of Krishna, because Krishna was our friend. Царица Кунти говорит, все то, что люди считают очень ценным, то, что они так, за что они так беспокоятся, все это находится под покровительством Кришны. And Lord Krishna took his birth in the Yadu dynasty, and because of Krishna being born in the Yadu dynasty was also famous. Господь Кришна родился в династии Яду, и поскольку он там родился, то все потомки династии Яду также стали прославлены. But we have to understand that without Krishna, everything is useless. Поэтому мы должны понять, что без Господа Кришны все становится бесполезным. We are always proud of our material bodies, and we give them names. We may designate, we put a designation on ourselves. You know, I'm a devotee. I'm a Vaishnava. Whatever. So we cannot just simply become a Vaishnava just by putting the name on ourselves. Yeah? Did you hear me? Yes, yes, Гурмадж. Люди, как правило, гордятся материальными телами, именами, какими-то обозначениями, но это все благодаря Кришне. So, if one is simply proud of his birth in a good family, or one is proud of his education or his beauty, then that is just like decorating. There's just the pride which you have in a dead body.
Если человек гордится своим рождением в хорошей семье, образованием, богатством, красотой, но это все бесполезно. Без Бога это подобно украшению мертвеца. So what is the good of a dead body? There's no life, no consciousness. And if people are not conscious of Krishna, then they're like a dead body. Если тело мертво и не проявляет признаков сознания, то оно никому не интересно, в нем нет ценности. Точно так же люди, которые без сознания Кришны, не осознают Кришны, они не имеют ценности. Они как мертвецы. So Queen Kunti, she understands that the Pandavas and the Yadus are important, but they're not very important compared to Krishna. Поэтому пандавы имеют большую ценность, но их ценность не такова, как сам Верховный Господь Кришна. So devotee is very careful to use everything in Krishna's service. Преданные очень внимательно следят за тем, чтобы все использовать в служении Кришне. You get some people who are very renounced. We call them Tyagis. They give up everything. They may be coming from a good family, but because it's early in the morning, I don't think the devotees can enjoy. They cannot enjoy the material body. Just like you find money in the street, you try to enjoy it. But it's not our money. It didn't belong to us. But we're trying to enjoy it. Есть те, кто осознанно пытаются отказаться от всех видов привязанностей и удовольствий, их называют тьяги. И они пытаются отказаться от того, что даже им не принадлежит. Например, кто-то может подобрать деньги на улице, но эти деньги ему не принадлежат, ими нельзя наслаждаться. So some people are tyagis, they try to renounce the world, but most people are bogies. They want to enjoy the world. They're trying to enjoy everything for their sense gratification. Те, кто пытаются отречься от мира, это тьяги, но их не очень много. Большая часть людей – это боги, те, кто пытаются наслаждаться этим материальным миром для своих чувств. But when a devotee will find the money, when the devotee finds the money, if he finds the money in the street, he will think, let me find it, let me find this money, who's the owner of this money? And he will feel happy to give the money back to the owner. Но преданные Бога, найдя деньги на улице, постараются вернуть их владельцу. So, a devotee, when he finds some money, he will want to use it for Krishna, because he knows Krishna is the real proprietor.
Hare Bal. Hare Krishna, Guru Maharaj. The last sentence is breaking. Oh, well, you have to tell me. Mm-hmm. So I was just saying that everything, a devotee knows everything belongs to Krishna, and he wants to use everything for Krishna's service. Таким образом, преданные знают, что все принадлежит Кришне и стараются использовать все, что они могут в служении Кришне. So this body also belongs to Krishna, and we have to use it for Krishna's service. Это тело также принадлежит Кришне, и его следует использовать в служении Кришне. The senses and the mind, they all belong to Krishna. They're meant to be used for Krishna. Чувство, ум, все принадлежит Кришне, и потому должно быть использовано для Него. So when we use everything for Krishna, then we'll be happy, we'll be peaceful in the world. And when we try to use it for our sense gratification, then we'll experience all the miseries of the material world. Так что если мы используем все в служении Кришне, то мы достигаем счастья и умиротворения даже в этом мире. Если же мы используем для чувства наслаждения, то мы пожинаем опыт страданий. Okay, so we'll stop asking if there's any questions. На этом мы сегодня остановимся. Будут ли какие-то вопросы? Джива Тишач, пожалуйста, ваш вопрос. Харе Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои поклоны, все слава Шиле Прабхупаде. А у меня вопрос, является ли карма материальной, то есть это материальная категория или нет? So, Харе Кришна, Дия Гуру Махарадж, Дия Дивотис, please accept my humble obeisances, all glories to Шрила Прабхупада. My question is karma material category or not? Is karma a material category? Yes. Well, of course, yes. Karma is material. Karma is temporary. Да, конечно, карма материальная, карма временная. Karma means you're working for your sense gratification. Карма означает, вы трудитесь для удовлетворения чувств. Karma means activity. Карма означает деятельность. But these activities are all done for our sense gratification. So they're karma. И эта деятельность, выполненная для чувства наслаждения, есть карма. Some people are following the instructions of the scriptures. And they will do karma by reciting prayers and by worshipping the deity. And they will do things, these different activities. And they may do them for their own pleasure. They may not do them for Krishna. They may simply be doing them for their own purpose. Есть те, кто действует для собственных целей, а не для служения Кришне. So that's not bhakti. И это не бхакти. Bhakti means to do things for Krishna. Бхакти означает все делать для Кришны. But karma, the karmic activities, that's things you will do. Now, you may do them according to the shastra to get material benefit. So that is karma also. But it brings pious activities. It brings material enjoyment. It brings you opulence. Бывает, человек занимается деятельностью,
возносит молитвы, делает все по определенным предписаниям, но делает это для чувственного удовольствия, и поэтому это будет карма, а не бхакти, даже если он следует каким-то религиозным законам, поскольку он хочет наслаждений и богатства в этом мире, его цель материальна. Sometimes, often when we describe someone as a karmi, they're actually vikarmis. They're performing sinful activities, which are against the scriptures. But we may call them karmis, but actually they're more than karmis, they're vikarmis. И результатом тех, кто действует по шастрам, они просто накапливают благочестивый результат. Наслаждений. Но существует другая категория, это те, кто действует вопреки священным писаниям и занимается ужасной деятельностью, их называют викарми. То есть это те, кто хуже карми, поскольку они действуют вопреки законам писаний. So, Lord Krishna was describing, or Queen Kunti was describing here, how the senses are meant to be used for Krishna's, meant to be used for Krishna's pleasure. И царица Кунти объясняла, что чувства бесполезны, если они не заняты служением Кришне. Don't use them for Krishna, then you use them for your own sense gratification. Если они используются для Кришны, тогда чувства используются для, вернее, тогда все используется для чувственного наслаждения. So, a devotee, the materialistic people, some people are pious and they act according to the scripture. They're doing karma and they're getting pious results. And other people are not following scripture. They're eating meat, they're taking intoxication, everything sinful. So they're also karmis, they're vikarmis. So they get suffering for their sinful activities. It brings them suffering. Есть те, кто занимается деятельностью, которая приносит чувственное наслаждение, а есть те, кто занимается деятельностью, которая противоречит священным писаниям, и она приносит лишь одни страдания. Okay. Yes, thank you very much, Guru Maharaj. Gurudev, I have one more question because there are no questions from other devotees. So, okay. My second question is about Vedic conception of the universe. Sometimes I have difficulties with the perception of this conception of Vedic cosmic manifestation. Of a Vedic picture of universe, because when I begin, for example, when I begin to read Srimad Bhagavatam about it, I begin to remember some pictures of material cosmos, of material universe, which I saw in the school textbooks, for example, on TV, on Discovery Channel, YouTube, and so on. So these pictures mix in my mind, and sometimes I have difficulties with understanding of Vedic of Vedic cosmos, of Vedic universe. So how can I deal with this problem? How can I overcome such a misunderstanding? Which I received from the school, from college, so from material education. По-русски. А, да, по-русски. У меня бывают иногда затруднения с восприятием ведической концепции космоса, потому что
начинают сюда лезть все картинки из материального космоса, то есть материальных представлений о космосе, там, что мы в школе видели по телевизору и так далее. Они у меня смешиваются, иногда мешают просто мне воспринять то, что в Шримад-Бхагаватам, допустим, написано, и как с этим справиться. Well, you have to hear more and more from the Vedas, and you have to understand that whatever knowledge the materialistic scientists are presenting, this is all their imperfect conclusions based on their imperfect senses. Все эти ученые делают свои несовершенные выводы на основе несовершенных чувств. You just have to, hear the from the Vedas, hear from the Bhagavatam. You may find it different, yes, different from what you learned at school. But all of this stuff, what we learned in the school, it's all imperfect conclusions. They often change it every time. They come up with new theories, new ideas. Все, что изучается в школе, это все вымышленные несовершенные вещи. И сами идеи, они тоже несовершенны. You know, they present things like Darwin's theory. It's just a theory. It's imperfect. You know, they don't have any proof. It's just a theory, an attempt to explain something. But it's not right. But if we hear from the Vedas, you're getting perfect knowledge. Just like Bhagavad Gita, nobody's ever found any mistake in the Bhagavad Gita. Everything which is presented there in the Bhagavad Gita is perfect knowledge. Они опираются на какие-то, ученые опираются на какие-то теории, например, теории Дарвина, которая является всего лишь теорией, у нее нет доказательств, она не является какой-то утвержденной истиной, это всего лишь теория, и они не могут ее доказать ошибочно. Поэтому в ней нет смысла, но Бхагавад-гита, например, содержит в себе знания, никто еще ни разу не нашел ошибки в ней. И потому это указывает на то, что знание совершенно подчеркнуто оттуда. The problem is you've been hearing from the wrong people. You've been hearing from the people with imperfect knowledge. And you're taking it to be true. And because you are hearing so much from all these wrong people, it's contaminated your consciousness and confuse your mind. So now you have to be very careful about where you hear from and what you hear. Проблема возникает тогда, когда человек слишком много слушает от несовершенных людей, и когда он много уделяет этому внимания, это все оскверняет его ум, разум и смущает ум. Поэтому сейчас нужно быть очень осторожным в том, чтобы откуда слушать и что слушать. Just like many people hear the Bhagavad Gita, but they hear it from the wrong place, from the wrong authorities, and so they get all the wrong conclusions, and get so many bogus ideas. Даже Бхагавад-гиту, если люди слушают из неправильного источника, то они не получат истинного знания, будут просто сбиты с толку ложными идеями. You understand? Это понятно вам? Yes, Guru Maharaj, yes, thank you very much. So don't hear any more from all these rascals, all these people telling their own speculations and imperfect theories. Just try to hear from the Vedas, and that will keep you on the right path.
Yes, Gurudev, thank you very much. Maybe problem I heard before too much from the wrong sources. Yes. Yes, because it was interesting for me. It's I often saw, I watched TV about universe, YouTube channel, some movies and so on. And now it disturbs me to understand the Vedic conception. So thank you very much, Gurudev. Yes, thank you. Okay. Hare Krishna. Гуру Махарадж попросил говорить, поэтому, пожалуйста, больше не слушайте измышления несовершенных людей, их несовершенные теории, иначе это будет только мешать вам. Вопрошающая сказала, что Маджи Вайшач сказала, что проблема в том, что я до этого слушала и смотрела телевизор, так как мне эти вещи были интересны. Я всегда увлекалась чем-то подобным, поэтому я еще раньше смотрела. Ну, я постараюсь теперь забыть это все. Да, я надеюсь, правильно помню. И Гуру Махарадж сказал, да, это все лишнее. Поэтому слушайте только то, что говорится в ведах, и тогда вы будете на истинном пути. Okay, no more questions. One question, Guru Maharaj, from Vrindavana Lila Mataji, please. Хари Кришна, Гуру Махарадж, собравшиеся преданные, примите поклоны, пожалуйста. Вся слава Шри Прабхупаде. А у меня такой вопрос. Вот как... То есть пока мы не шагнем дальше на путь преданного служения, мы не поймем, на каком мы уровне. И вот просто если отмотать немножко назад и... Мой ум был, у него была какая-то опора, да, например, на денежные средства, опора какая-то была, уверенность. И это был какой-то уровень преданности, ну, молитва не такая, как бы, ну, вот было там, о, зарплату получу и нормально. А, ну, хоть я ее и задействовала, все, но все равно вот этот ум зацеплялся за то, что у меня есть опора. Может, частично тогда, Андрей Дхарана Прабу? Потому что я не могу как сформулировать короткий вопрос. Не могу. Я уже привык, Маджи Вриндава Лила. Скорее всего, я все выслушаю, а потом составлю короткий. А, давайте так. Хорошо, спасибо. Вот. Сейчас другой этап в жизни, и у меня нет этой, например, постоянной опоры, но зато молитва и процесс преданного служения настолько открывает, ну вот, что Господь хочет, предание, да, предание прям реально, чтобы мы зависели от Него. И вот, ну, вот в этом, конечно же, очень, ну, это очень, ну, я понимаю, но мой ум говорит, что это не твой уровень. Он дает иногда беспокойство, что вот так, вкратце, вот что мне, как мне всегда помнить о цели? Удовлетворить Гуру и Кришну вот в таких беспокойствах. Как мне вот, вот сейчас эта тема была вот про карму, да, она давит, и как бы то, что было, я, ну, есть опыт какой-то. А этот опыт, он сейчас новый, и опоры нет. И вот как, какую опору, как вот держать этот фокус? Поняли, нет, немножко? Или там надо прям приводить конкретно, да? Я попробую пересказать вопрос. The question from Vrindavana Lila Mataji, I try to explain briefly. She said, before when I got salaries, some money from my job, it was my level, I feel support, and use this money in devotional service, but now I haven't such support. Now I, on the one side, I try to more dedicate myself to Krishna, more pray to him, depend from Krishna, but in the same time
my mind sometimes said me that it's not your level. You need some support for peaceful mind. So the question is, what should I do? I need some support or try to continue, depend from Krishna, maybe. While Krishna is supporting you, you have to just simply endeavor honestly and according to Krishna's desire, Krishna will provide. He may provide more, he may provide less, but you know, you have to endeavor yourself and you have to depend on Krishna and see what happens. Кришна поддерживает вас, и у вас есть возможность действовать в соответствии с желанием Кришны. То есть пусть это для вас будет опором. Кришна будет вас поддерживать. Иногда он будет давать больше, иногда будет давать меньше. Но, тем не менее, следует так действовать, посмотреть, что будет дальше. Следует искренне предаться Верховному Господу. Where are we, Audrey? I translated, Guru. I have translated, Guru Maharaj. Спасибо, Хари Кришна. Поклоны примите. Хари Кришна. Вы получили ответ, Маджури Дави? Да, да, мне нужна была эта поддержка, что все нормально, продолжаю. Хари Кришна. She said, my obeisances, thank you very much. I need your answer for continue. Okay. Guru Maharaj, there are no more questions. Okay, so we'll finish here. Thank you, Arji. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Hare Krishna. Shudla Prabhupada Ki Jai. Шила Пропад ки чай, бхакти наш Нарасимарадж ки чай. We're back to the чай.